Ребята, привет! Сегодня на обзоре у нас будет триммер или машинка для стрижки волос, кто как называет. В общем, я называю триммер, потому что я брею брою. Бороду, в общем, сбриваю покороче, поаккуратнее. За 2 недели успела обрасти. 2 недели она до нас как раз-таки шла. Снова триммер от компании, от фирмы или Кемей. Вот такая была в прошлый раз, только в коричневом цвете. Рублей 450 она, по-моему, мне тогда обошлась. Это обошлась подороже, но она типа покруче, моделька поновее. В общем, 667 рублей вместе с доставкой ЕПЭКи там. Всю 2 недели до Свердловской области, ну не кайф ли? В общем-то вот, давайте посмотрим, что у нас внутри, что в коробочке, если она там вообще. Поехали сюда. Жух. Коробка есть, это радует. Моделька покруче, видите, она с подставкой. Коробку снова кто-то пинал до моей почты, пинал или сидел попой на ней, ехал, в общем. Коробка сделана в том же стиле, возможно, прям фирма. Да, в том же стиле, только она покрупнее. В общем, что, 2 недели до Свердловской области. Это хорошо, я успел как раз обрасти. В коробочке у нас... Так, в коробке у нас инструкция по применению на английском языке. Как ухаживать за машинкой, промывать водой нельзя, ставите. Ну, в общем-то, я не думаю, что кому-то сложно, тут всего 4 странички. Очень легко пользоваться. Вот в белом цвете, есть в белом и черном цвете. Давайте сразу посмотрим. Увесистая такая машинка, скотчем залеплена. Аккуратно лежит в руке, то есть вот она, примерно с ладошку. И такая уже посерьезнее, знаете, чем та была, по увесисти такая. Давайте посмотрим сразу комплект. Бутылечек. Видать, со смазкой ухаживать за триммером, за машинкой. Блок питания уже. Та, кстати, заряжалась просто в нее втыкаешь вот так вот. А, ну то есть и в эту, видать, от сети можно. Твой аккумулятор был пальчиковый. Кисточка. Сама наша подставка. И на пластовых таких ножках катается. И, в общем, разные насадки. 3 мм, 9 мм и сколько еще? То есть, получается, и 6 мм. 3, 9 и 6 мм. Это крупновато. Ой, блин, я все включаю. Но это машинка конкретно. Это не триммер, как в прошлый раз там настраивались. Длина, но мне подойдет и такое. Я думаю, достаточно удобно будет. Провод 1,5 метра, наверное. Включаем ее в розетку. И что происходит? А, ну вот загорелся красный индикатор. Я думал, вообще нет никаких индикаторов. Да, загорелся красный индикатор, и мы видим, что машинка заряжается. В этот момент ее даже можно включить. Жух. Все как обычно, в полевых условиях, как я обычно это делаю. Нет бы дойти до дома и там уже поснимать. Но я хочу сделать все здесь и сейчас. Давайте попробуем побриться. Вряд ли вы это будете хорошо видеть, но я просто попробую и по ощущениям скажу. Ух, ничего себе. Прикольно. Здорово, слушайте. После года, если, наверное, года, если не больше, мой прошлый триммер, не знаю, нет зеркала, наверное, вам лучше видно сейчас, или я на монтаже потом увижу. Пушка просто режет, ножи очень хорошие, режет очень хорошо. Здорово, я зря сказал, что 3 мм великовато. Нет, хорошо, как раз, наверное, та длина, которую я обычно и срезаю. Нормально, отлично режет, давайте. Блин, на скоряк можно прям побриться. Не очень это чисто делать, конечно, за столом. Лучше делать это в ванной. В общем-то, вот. Прошлая моя машинка проработала от этой фирмы Кемей. От этой фирмы где-то год. А может, наверное, и больше. Ее же кисточкой надо чистить. А я такой вообще бах, под водой помыл и поставил на полку. Все. То есть, и она в таком режиме, правда, ничего я никогда не смазывал. Естественно, никакие лезвия. Просто побрился, помыл и поставил. И она так где-то год, мне кажется, вообще легко проработала. Но та стоила 450 рублей. Ну классная же цена, а это стоит 650, грубо говоря. Круто. Да, наверное, да стоит она своих денег, оставлю ссылку. Хотел из России, были такие из России доставки, но они что-то больше 1000 хотят за машинку. Зачем переплачивать, ребята? ЕПЭКи там 2 недели, пожалуйста, вот 667 рублей она мне вышла.
Оставлю ссылку на продавца, можете смело заказывать. Если что, спрашивайте, хотя в комментариях, хотя что тут спрашивать. Ну, в общем, если есть какие-то вопросы, спрашивайте, я вам отвечу по ней. Побрились, поставили, она зарядилась. Изи. Кэшбэком не забывайте пользоваться, еще сэкономите на ней сколько? Пару десяточек рублей, пару десятчиков. Наверное. В общем, 6,5, по-моему, процентов сэкономите. А это воздушные деньги. Сэкономил, значит, заработал. Все, спасибо за просмотр, ребята, на сегодня. Еще раз все. Всем пока.